Всем привет, с вами Зеленый, и это опять короткие игры ужасов, а о май гадабл. А, кстати, я не один. Привет. Здрасте. Меня нормально слышно, блин? Да. Короче... Кстати, если я подключу VPN на комп, я наконец-то могу снимать видео. Пойдем. Чел пердит, смотри. Чел спиной пердит. Охренеть! Он умер. Улетел. Пойдем. А, пугалась, бро. Смотри, нам вот сюда. Мясо какое-то. Вот сюда. Хорошо. Ходу. Окей, давай вот сюда, вот сюда. Все. Ау. Теперь делаем ждемба. Короче, ты уже знакома с этой игрой? Конечно, нет. Ты видео мои не смотришь, какашка. Нет, не особо. Я... А вот вам, ребяточки, я смотрела, но не досмотрела, потому что мне сказали делать уроки. Ага. А вот вам, ребяточки, стоит и поставить. Кстати, на них этот лайк. Бро за да, один заткнитесь. Давай, говори. Да, загрузка игры, скорее всего, у меня вылетит. О! Твари украли у нашей любимой страты игры. Нет, это заставку. Одни. Это, я тут узнал, что так это. Так еще и фишку с игрой. Я тут узнал, что это от них игра! Чё? Я решил получить работу на лето за лишние деньги. Я буду переводить, потому что у меня переводчик есть. Я нашел эту работу как пожарный в моем местном национальном парке лесу Блэксторн. Блэкторн. Я слышал некоторые слухи о лесу, но я довольно отчаянно хочу денег. Должна быть легкая работа. Это должна быть довольно легкая работа. Я думаю, что я почти там. Харе меня перебивать. Так, моя вышка. Короче, да пошел нафиг. Моя вышка вот по этой тропинке. Так, это. Смотри, тут получается. А! Тут сотовая чё? Вышка. Ок. А где я? Куда? Я врезалась в сетку, подожди. Так, вон ну хотя бы фонарь дали, мы жопой светим, что ли? У нас восклицательный знак. А! Извините, эпилепсик. Я дергаюсь каждого звука. Никакой ты не эпилепсик. Эпилепсия это вообще-то... Да мне страшно, блин. Это не эпилепсик, Ксюх. Куда нам? Переходная тропа. Да наверх! Осторожная башня. Слепая. Осторожная башня. Tower Supplies, ага, понятно. Тут у нас... Да, я... Грибочки. Пойдем, а, это цветы. Ты перед записью этих грибочков наелась. Ой, блин, а я знаю, на что игра подражает. Мы играли раньше в игруху там, короче. На Рейка. Такая же башенка была, там какая-то чукачака бегала. Как бегать? Нельзя тут бегать. Так, генератор... Давай, берем канистру. Фуелкан. Топливая банка. Кто мне пишет? Эй, привет. Новый парень, что? А, да я понял, смотри, короче, сейчас чел нам будет подавать. Привет. Сейчас чел нам будет подавать, короче, сигналы, а потом окажется, что это кусок монстра. Злой твари, да. О, привет, должен быть новым парнем. Да, я новый парень. У тебя есть имя, мистер Новый парень? Мое имя очень крутой баклажан. Ксюх! Квадроперы по телеку! А кто из нас двоих Итан? Ты. Зацени, какой кусок льда напиться просто. Там, мне кажется, этот раскаленный металл. Ответь на радио. Чё, алло! Здравствуйте, доставка! Ладно. А ты... Вы можете использовать компьютер, чтобы заполнить его, и вам нужно измерить температуру, скорость, ветра, если вы заклили блесны пожарования. Чтобы измерить температуру, можно использовать термометр на стене. Ну, короче, там что-то... А да. Всё? Перевоз сломался? Ха-ха-ха-ха! Поплачь. Температура 56. Ага. Так, температура 0. Пожаров не наблюдается. Да. Хорошая работа, новичок. Я думаю, это сегодня на все. Ура!
сегодня на все. Ой, почти забыл. Перед тем, как лечь спать, закройте окна. Ладно. Ты, если вы не хотите, что кто-то наблюдал за вами во сне. Ночь дура. Лес черных, черных тернов. Лес черных кого? Негров. Эй, новый парень. Ты там? Нет, я ушел. Ой, солнышко-то красиво светит. Ой, вообще, ослепну скоро. Извините за беспокойство, за руководство говорит мне, что есть проблема. Что произошло? Я не знаю. Нас проигнорили. Эй. Капец, блин. Что ж, они сказали мне, что проблема с радиобашней, той, которая находится рядом с вашим наблюдательным пунктом. Понял, иду. Сидит, жалуется мне тут. А если на меня хрена тень нападет, тут даже... Вон там чел какой-то стоит. Проваливай, олень! Олень, куда побежал, слышишь? Стой, придурочный! Он уперся в невидимую стену, придурок, боже. Это что? Да, на... Вы нахрен что оленя это? Убили? Ой, дебил. Что это? Череп и свечи? Это, похоже, какой-то ритуал. Куда идти? Я забыл. Да. Я починил электрическую коробку. И на меня напал мракобес. Давай сожжем это место к херам. Зачем? Почему ты такая маленькая, слушай? Ой, ты нахрен палку ешь? Идиотка, Олег чечет. В любом случае, хорошая работа с починкой радиобашни. Давай посмотрим на солнце. Просветимся. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know. Мы целый день смотрели на солнце. Мне кажется, у нас высохли глаза. Чекай, там сейчас какой-то мракобес. Музыка добавилась. Чего ты пялишь, а куда? Дебила кусок. У тебя интернет такой крутой вообще. А вот на другую башню. А чем мы жалуемся другу? Ты на новом языке разговариваешь? Хей, печка. Эй, Эллан, должен быть, я становлюсь параноиком, но должен быть... Но я должна видеть людей, ходящих что-то там. Да ты скрипнул? Да, это полом скрипит просто. Я сквозь дверь пошла. Давай дверь открытой оставим. Давай. Ну так, по приколу, чисто. Чисто. Не, ну чё, костей нам не хватает? Да я просто играю... Шаги, слышишь? Нет. Кто дверь закрыл, а? Открой. Тварь. Нельзя. Как будто кто-то на улице ходит. Закрыто. Дверь закрыта. Нас заперли тут. Почему кто-то гуляет в лесу поздно ночью? Да блин, нормально же, вайбос. Кто там? Давай. Открой. Помогите. Проверьте. Камера, у нас камеры были все это время. Камеры? Хрена. Так, это не работает, бла-бла-бла, как? Камеры не это, не тыкаются. Во. Вон там мракобес, смотри. А, это Бэтмены! Это Бэтмены! Кто-то у двери! Это Бэтмены! Они пришли спасать мир! Мне надо спрятаться! От Бэтменов? Не, они пришли тебя спасти, нужно скрыть. Спрячься под кровать. Ксю, давай быстрее под кровать. Так у нас свет горит, дебилы. Да нормально, мы Бэтмены нас заметят. Не заметят. Они такие ждали, типа. Так, ну, сейчас, мы подождем немножко, ну, там, 15 секунд. Боже, что за идиот. Нет, я не выйду. Не-не-не-не-не-не. Не уходи пока. Я тоже, да.
А, ну ладно, все, скрипт. Дверь закрой. Да. Дебил. Да, нормальная игра, заскриптованная, говно. Эй! Что-то случилось, Итан. О, я вам ответил. О! Печка. Говорю, жесткий капец ночью случился. Нам. На нас, короче, нам... к нам пришли спортики! О, подожди. Я знаю, о чем ты говоришь. Да, да я... ладно. Это один из Бэтменов! Да-да-да-да. А сколько их вообще? Много. А зачем у нас фонари утром горят? Never lonely. Это тоже день. Какой у нас разнообразный день. Ночью какая-то фигня. Мы опять пялимся на солнце. У нас дверь открылась. Смотри, Ксюх, там... А мы, кстати... Там череп на знаке. Hello, hello, anyone there? Hello. Мне нужна помощь. Даже не ночью. Так, кто-нибудь, мне нужна помощь, быстро. Даже не ночью, слушай. Я внутри своей порядки, я думаю, тут медведь снаружи. Хочу умирать, пожалуйста, помогите мне. А мало ли что ты хочешь, ты сдохнешь. Ха-ха! Маленький. Муравей такой чисто. Гусеница. Я что-то не знаю там. Ай. А еще один ритуал, либо кто-то возится со мной, что-то там. Вообще столько скриптов активировался с этим ритуалом, кстати. Мне кажется, мы сломали игру. Иди сюда, медведь. Что там? А, да опять. Пофиг, у нас же жопа светится. Go to campgrounds. А где я? Ой, что? Вон туда. Не Мракобес. Неверующие будут, а где короче, кровь? Сожжены. Пойдем отсюда. Сейчас хер появится. Пока нас не съели. Короче, по фонарикам идем, да? А, деды. Мракобесы, Бэтмены, спортики. Как их еще назвать? Джокеры. Где Why я? So serious? Стой, назад! Куда? Назад! О! А где мы? Нам, наверное, вверх. Да, во-во-во, указатель. Овен, привет! Что-то серьезное происходит. Нет. Ты мне врешь. Чел сожрал медведь. Ты здесь, Овен? Овена... Эти мракобесы. Овена зажарили. Матюха, кстати, ты Овен типа, да? Да. Ну типа ПЗЗ, да? Давай нахуй. Ах, это типа должно быть смешно. Don't speak. Это должно быть... Кстати, вот телефон. А! Пожар! Куда я улетела? Это пожар. Бра. Ну, типа, мы должны доложить о пожаре или проверить, потушить. А завтра нельзя. Ну, пусть пока там пол леса сгорит. Ну, да. Ну, блин, реально, ну, а что мы, блин, сделаем? Спрейли его потушим? Да вот, вот, стой. О. Ребят! Что у вас будет спреймер? Жертвоприношение? Приветик, Бэтмены. А! Это Овен! А почему там впереди нет, я шла? Это Овен. А как мы знаем... Как мы знаем, как он выглядели? Мракобесы! Да это Бэтмены, я тебе говорю. Бэтмен на меня посмотрел. Да у Бэтменов нет усиков. А! Скулбой рановой. Да капец он медленный. Бегим нормально. Жестко, короче. Да мы успеем, он капец медленный. Надо его описать спреем. Они, короче, сверху будут, да? Да боже, хватит нас телепортировать-то. Давай, жестко наверх. Бегим наверх? Да-да-да, у нас 13 секунд. У нас 15 секунд, чтобы подняться наверх. Да вообще. Третий. А чё, если да не... Да как мы за 5 секунд, блин, поднимемся? Да блин, ну мы добежали, как он успел? Короче... Может, она умалевочь еще потом снимет? Да завали! Короче, это была игрушка «Короткие страшные истории» или как-то так, короче, да. Подписывайтесь, ставьте лайки, спасибо за просмотр. Отвали донат. Пока!
Thank you.